только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рад всех видеть, хотя вижу, вот, ну, сложно, у меня только первые ряды, потому что у нас здесь зенитные прожектора. Вообще сегодня сложно, я когда сюда подходил с Сергеем к этому замечательному заведению, у меня такое было ощущение, что то ли создается линия инженерных укреплений, то ли укладывается минное поле, но в нашем блиндаже все собрались. Ну, я бы хотел сказать, что сегодня знаменательная дата. Поздравляю всех с Днем парашютиста. Я прыгал. Вот, а вообще, действительно, раз в году, только раз в году, вот так получается, что я выхожу на эту сцену, именно в эту дату стараюсь. И со мной выходит Сергей Егорович Антишин, заслуженный артист Республики Беларусь. Для меня это большая честь, и очень комфортно мне здесь именно с ним. Ну, вы знаете, я поболтать люблю, поэтому меня надо тормозить. Я бы еще хотел сказать, что сегодня день рождения, юбилей у сэра Майкла, Филиппа. Короче, в простонародье 80 лет сегодня исполнилось Мику Джаггеру. Вот. Мне сегодня говорили, есть к чему стремиться. Хорошо. Продюсер у меня на НТВ говорит: а как ты вообще, вот, ну, день рождения же, а ты вот на сцене, это не на... Я говорю, это мне продюсер говорит, который только и жаждет меня куда-то заслать. Вот. На самом деле, я всегда отвечаю, что есть замечательная русская поговорка: как встретишь Новый год, так и проведешь. Мне нравится проводить свое время на сцене с родными, близкими для меня людьми, благодаря множеству из которых написаны эти песни. Поэтому мы сегодня будем летать, и мы, конечно, полетаем. Я летчик, красивая форма, лампас голубой, и даже завидует кто-то порой. Я летчик, и звук от турбин на земле лучший звук, а мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бестонным летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни чертонику я душу продал, мне кажется, от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. Землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько жир. Я летчик. Комбез весь потом можно просто отжать, и кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. Продолжает планета гореть, а значит, я снова не должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик.
эти глиссады, иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. А что на земле, мне совсем не понять. Заставить хотят меня строем шагать. Я летчик. Награды и деньги совсем не про нас. И кто-то уходит на Боинга, Airbus. Я летчик. Но в небе учили меня воевать. А значит, я должен, обязан летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. Землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне. Но только когда не по ней, а на дне. Но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. Спасибо. Сходу вот песня, которая... Славный город Краснодар, авиационный город. На прошлом концерте состоялась премьера этой песни. Я редко говорю, что... про свои песни, что они мне нравятся. Это нравится, потому что она не совсем моя. Это стихи генерал-майора уже в отставке, замечательного летчика военно-транспортной авиации Геннадия Петровича Кочергина. Ах, вот, Геннадий Петрович. А я вас не успел увидеть. Огромное спасибо. Давайте поаплодируем этому легендарному летчику. Вот. Видите, я сходу с места в карьер. Спасибо, что приехали, Геннадий Петрович. Это вот те стихи, которые меня впечатлили и меня поперло, вот извините за такое слово. Я начал добавлять. В итоге получилась песня, которая мне нравится. Геннадий Петрович, еще раз огромное спасибо за замечательное стихотворение. «Воздушный бой». Как слезы девушки прозрачен, как ни крути воздушный бой, в конечном счете однозначен. Прицел, открытие огня, в упор, стремительная атака, и время жизни для меня в остатке литров бензобака. Я словно бьюсь в последний раз, за гранью страха и азарта зависит жизнь моя сейчас. От воли Божьей и от фарта не жду, когда огонь сразит. Я нападаю, защищаюсь, мне старость точно не грозит. Вот в этом я не сомневаюсь. Иду ва-банк на разворот, переворот, петлю рисую, дуплетом бью, как удар в лед. Я понимаю, чем рискую, гашетку жму врагом клиня, деревьям близятся верхушки, и время жизни для меня равно числу патронов в пушке. Я словно бьюсь в последний раз, за гранью страха и азарта зависит жизнь моя сейчас. От воли Божьей и от фарта не жду, когда огонь сразит. Я нападаю, защищаюсь, мне старость точно не грозит. Вот в этом я не сомневаюсь. Тусы приховые тряпки стрят, попу новые черви, но на бортах все карты блеф. Я в небе Джокер, я бью первым, пусть скажет кто-то не игрок. Играю честно я по-русски, мне жизни ограничен срок числом предельной перегрузки. Я словно бьюсь в последний раз, за гранью страха и азарта зависит жизнь моя.
что сейчас от воли Божьей и от парка не жду, когда огонь сразит, я нападаю, защищаюсь, мне старость точно не грозит. Вот в этом я не сомневаюсь. Хороший друг, и два с крестами тоже сбиты, и стал довольно тесным круг, в котором я и миссис Шмидт. Теперь летаю лишь во сне, виски давно укрылись снегом, и годы жизни стали мне числом друзей, ушедших в небо судьбой подарены года, и не моя на то заслуга, ведь жизнь зависела всегда от воли Божьей. И от друга горел не раз, был ранен, сбит, каким-то чудом возвращался, я знал, что старость не грозит, и даже в том не сомневался, я верю, старость не грозит, а нынче кто бы сомневался. Геннадий Петрович Кочергин, воздушный бой. Сегодня такое, как я сказал бы, наверное, построение репертуара странное, вот просто так вот, ну, прикидывали, что играть. Особенно для меня, да? Да, он составил один мой маршрутный лист, потом я ему звоню, говорю, Серега, все по-другому. И причем прямо перед концертом. Ну, я всегда был внезапно. Ну вот так. Что насыпался Илюха, нынче были до зари, набивают снова брюхо, груз швартуют технари. Носят ящики солдаты за года акварель, только нам не до заката, рампа тыльфер да апарель. Может потому что Геннадий Петрович на этом самолете летал. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажа не впервой. И Ильюни испугают грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь летрудяга, турбины грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт в гуманитарке, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков бортом. Возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали, снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь я, трудяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Ч
чая, печенье и конфеты. Надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что готовить на обед. И если что, всегда в порядке, у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он на людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, город на спинке трудовой. Если где-то что попахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит он ввысь, Илья, трудяга. Турбин грохочущий городец поют. Летит Илюша, работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде из зимы встречают борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все предели как один. От души нальют Илюши самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет. Наш Илюша улыбнется нижним блистером, блеснет. Нам наградой не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья, трудяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша, работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Спасибо. Буквально чуть больше недели назад выступал в Сызранском авиационном училище и большой концерт курсантам давал. Они: Николай Викторович, а вот спойте, пожалуйста, песню, которую вот вы в прошлом году в Краснодаре на выпуске пели. А я такой, ну, ограничен во времени. И говорю: ребят, ну, вот будет концерт, если у вас будет возможность посмотреть по трансляции, я ее там спою. Поэтому в этом году так получается, что... Интересно, говорю, получается, что не получается на какой-нибудь из выпусков училищ приехать. Меня все время кто-то выписывает, с позволения так. Вот. А он всегда 28 октября во всех трех авиационных училищах. В Краснодаре, в Сызрани, в Челябинске. Но в этом году 28 октября, 75 лет армейской авиации. Поэтому я не могу пропустить этот праздник и не выступить здесь, в Москве. Поэтому вот хочу спеть эту песню сегодня здесь. Это вот, не знаю, вы знаете, когда в прошлом году в Краснодаре я ее пел с листочка на плацу, и потом вот они шли, не знаю, или я уже такой с возрастом становлюсь сентиментальным, вот честно говорю, когда вот они кричат «И все!» и вот эти монеты полетели, ну просто сердце, ну, щемит, потому что очень хочется, чтобы все они живые остались, потому что нынче время такое, так, это... Прошу прощения. Да. Убегаю. Друзья, убегаю, да. Я вас только зовет. Говорю, где-то оставлю, не прощаемся. Спасибо. Лучший. Спасибо. Тебя любят. Даже Вениамин Кудаяров, полковник. Да. Вот. Сокол, зам председателя фонда, да. Вот. Николай Викторович, наш дорогой, он летает еще и на вертолетах, и на самолетах, поэтому у меня песни такие классные получаются. В одной пролетаем, брат. Все, давай. Вперед. А он мне говорит: я приеду перед концертом и уеду сразу, но все-таки задержался. Спасибо, брат. Мы с
строим крайний раз, чеканим шаг. И вся гром на плацу разбудит осень. И разделилась жизнь на до и после. Лучами солнца в небе реет флаг. И мы ворот на твердый держим шаг. И не поверите, за спиной 5 лет. От счастья и волнения мурашки. Сметутся в небо летные фуражки. А на бетон прольется дождь монет. И дай нам Бог, чтобы в небе много лет. Не на земле, а в небе нам служить. Для службы этой обрели мы крылья. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. А значит, в этом небе будем жить. Как завещал маэстро, будем жить. Раскатится оркестр войсковой. Прощание славянки медью грянет. И хоть листвою осень мир багрянет, весна в душе витает синевой. И рвется сердце в небо, рвется в бой. Теперь в строю крылом к крылу стоять. За братьев летных навсегда в ответе. И дай Господь, чтоб тост, который третий, нам друг за друга в жизни не поднять. И чтобы нас у неба не отнять. Не на земле, а в небе нам служить. Для службы этой обрели мы крылья. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. А значит, в этом небе будем жить. Как завещал маэстро, будем жить. Спасибо тем, кто научил летать и уважать все летные законы. А впереди по жизни гарнизоны. К аэродромам нам не привыкать. У нас работа лучшая — летать. Инструктора и даже генерал нам пожелали долгой летной жизни. На службе нашей матушке отчизне нам руки на прощание пожал и честь отдал наш летный генерал. Не на земле, а в небе нам служить. Для службы этой обрели мы крылья. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. А значит, в этом небе будем жить. Как завещал маэстро, будем чеканим шаг. И все гром на плацу разбудит осень. И разделилась жизнь на до и после. Лучами солнца в небе реет флаг. И мы ворот на твердый держим шаг. Не на земле, а в небе нам служить. Для службы этой обрели мы крылья. Мы чтоб сказку сделать былью. А значит, в этом небе будем жить. Как завещал маэстро, будем жить. Будем жить. Спасибо. Ну, я вот как раз перед этим и сказал, что в этом году замечательный юбилей, 75 лет армейской авиации. Для меня эта тема очень близка, дорога, наверное, потому что для меня все летчики очень дороги. Но, может быть, больше времени я в небе проводил именно с винтокрылами. Я безумно рад, что здесь сегодня много и моих друзей, и просто тех, кто летал, летает,
воевал, другого слова не найду, потому что это самый воюющий род военно-воздушных сил. Спасибо, что пришли. Спасибо, Анатолий Васильевич Сурцуков, генерал-лейтенант авиации, самый главный вертолетчик в свое время, если можно так с позволения сказать. Герой Российской Федерации, генерал-майор Липовой Сергей Анатольевич. Заслуженные летчики-испытатели Сергей Николаевич Кутанин, Геннадий Ананев. Не всех можно называть. Спасибо, что пришли. Ласточки летают над землей. Низко, значит, снова непогода. Мы удержим небо здесь полгода. Значит, полтора, и я живой. Натрий умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. И если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. Крайний или последний этот раз. Бог решит, мы верим, он за нас. И, конечно, верим мы в бою, то есть, что никогда не подводило. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассеры расчет, не ошибся летчик-оператор. Нынче он, как в фильме «Терминатор», все, что снизу, убирает в лед. Наш привет он тем и нашим шлет. Скажет кто не страшному вранье. Нас пугают снизу пули дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем подъебам у нее душу винтокрылую свою. Вместе с нами ты не погубила, позвал же кто-то крокодила. Что выручает нас в бою, ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет, бортовой наш парень не из робких, обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет, бортовому общий наш зачет. Напись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен, горный край меня уже достал. К черту живописные места. Всегда, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кличет крокодилом? Ту, что вместе с нами на краю, ласточку пенистую мою. Словно сто разгневанных богов всю на нас обрушили свирепость. Вместе, словно маленькая крепость, мы видим огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которая...
и песенку пою. С той, что нас от смерти уводила, я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою, ту, что выручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю. Ласточку и гнездою мою. Спасибо, пока пел. Я просто хотел еще сказать, что я еще заслуженный военный летчик Александр. Александр Лишагин здесь тоже. Саша, прости, я волнуюсь. Он тоже здесь, это очень мой близкий друг. А на сцене два заслуженных летчика-испытателя. Владимир Кутанин и Геннадий Ананьев. Московский вертолетный завод имени Миля. Николай передохнет, а мы потренируемся речь толкать. В небе, конечно, получается проще, но постараемся и речь сказать. Расчете от коллектива летчиков-испытателей КБ имени Миля от себя лично поздравить моего друга с днем рождения. Пожелать ему долгие лета. Пожелать ему новых творческих не только узбеков, но и успехов. Вручить скромный подарок и сказать, вы знаете, вот как... Его песни почему-то доходчивы не только для этих людей, которые в небе. С Николаем у нас есть общий генеральный директор золотодобывающего большого предприятия, который говорит, это песня Ми-8, это про меня, я Ми-8. Или, например, сегодня за столом здесь у меня полковник милиции, капитан 2-го ранга военно-морского флота, и все любят эти песни. И моя внучка поет этот вертолетик. Я бы хотел немножко добавить. Наша песня. Любимого нашего Николая еще раз поздравить с днем рождения. И спеть неизвестный куплет известной песни, которая мне очень нравится. И надеюсь, вы меня поддержите. Ты не плачь, Чебурашка, закипит скоро брашка, самогонка польется рекой. По стопарику мажем, никому не расскажем, почему ты веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, в день рождения только раз в году. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Странно так вот в программе получается, может быть, хотя, ну, я опять же говорю, никогда я не делю авиаторов на вот на разных, а уж тем более винтокрылых. Поэтому следующая песня про машину, которая сегодня на слуху. Хотя они все на слуху, или даже когда мы не слышим, зато те, кому надо, их слышат. Спим под солнышком, устало нам всего-то надо мало. Только бы начальство дало нам чуть отдохнуть. Наш режим необычайный, мы работаем ночами, но нередко нам и днями не дают уснуть. И закат уже олеет, снова ждут нас бармали, как Чуковского Корнея, вредные точь-в-точь. И на нами жирного медва винта над головами рубят воздух лопастями. Мы уходим в ночь. Мы над пустыней и в очках. Пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, а хороший аллигатор петь не может наш ПК-тенор. Так-так-так, бар-ба-бах! И баритоном так-так-так. Но
ночь несется наша пара, и луна как будто фара, нам хотя бы до удара вырубить ее. Мы рельеф буквально лижем, только некуда уж ниже. Это вам не по Парижу, променад Мосье. Под луной мы целью в тире, в небе трассера в пунктиры, и разносится в эфире наш российский мат. Это значит, мы у цели, Бармалей на прицеле, и ракеты им пробили дружно шах и мат. В темноте мы над пустыней и в очках, пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, огорошит, аллигатор петь не может наш бар, как Денара. Так-так-так, бах-бах-бах, и баритоном, так-так-так. Что нас ждет, никто не знает, нам нередко прилетает. Чудотворец нас спасает, Николай Святой. Из иконки над прибором, он на нас глядит с укором, а иной раз и задором ходит с нами в бой. Ночь закончится зарей, мы несемся над землей, и на блистере змею дремлет пирошнур. Он зигзагами свернулся, дай нам Бог, чтоб не проснулся, и домой наш борт вернулся. Хватит, перекур. В темноте мы над пустыней и в очках, пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто нас скажет, огорошит, аллигатор петь не может наш бэк, как тренар. Так-так-так, бах-бах-бах, и баритоном, так-так-так. Облитый аллигатор, наши забитые поперек и вдаль. Живы, верим и не верим, мы откроем кимбу двери. Блин, и полиция проверит нас на алкоголь. Аллигатору досталось, и забывший про усталость, технарям за день осталось строево вернуть. Ну а нам-то надо, мало спим под солнышком, устало, только бы начальство дало нам. Нам чуть отдохнуть. Снова ночью над пустыней и в очках, пейзаж постылый, аллигатор песенку играет на винтах. Кто-то скажет, огорошит, аллигатор петь не может наш поэт, как тенор. Так-так-так, бах-бах-бах, и баритоном. Так-так-так. Тах-тах-тах! Спасибо! Следующая песня про великую машину. Ну, вы ее все слышали, и я всегда ее пою, потому что, опять же, в зале много тех, кто на ней летал, работал, воевал, и тех, кому она спасала жизни, и просто тех... Ну, я тоже на ней летал. И во всяких ситуациях был. Я вернулся. Весь набитый до отказа. Я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая,
20 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах? На пределе, на износе я Ми-8. Я вернулся. Кто б скомандовала мне вольно, нахватала я пуль довольно. О, как больно. Справа блистер мне разбили, права кого-то не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8. Я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижал он, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам меня носит, я Ми-8. Спасибо. Дорогие мои, я традиционно прошу подняться винтокрылых и давайте им поаплодируем, тем людям, которые смотрели смерти в лицо неоднократно. Они здесь, в зале, не всех могу представить. А хочу пригласить на сцену героя Российской Федерации, генерал-майора Сергея Анатольевича Липового. Училище Лешко 83-го года, Липовой Сергей Анатольевич. Неделю назад наш выпуск отмечал 40-летие. И Николай Викторович был вместе с нами, несколько раз выступал. Первый раз у него был большой концерт перед курсантами, в будущем армейской авиации. Они его долго не отпускали, они его считали своим. Второй концерт буквально через 3 часа он давал уже перед ветеранами армейской авиации, которые прошли все. Кавказ, Афганистан, Таджикистан. Его тоже не отпускали, потому что он говорил на нашем ветеранском языке. Его считают своим транспортная авиация, его считают своим Сушкин, его считают своим вся военная авиация. Потому что Николай Викторович сумел найти тот
авиационный язык, который позволяет ему разговаривать с каждым военным летчиком. В 1972 году мы отмечали 50-летие выхода на экран фильма, который посмотрел каждый из нас здесь, а кто-то смотрел не один раз. Этот фильм «Офицеры». Этот фильм сыграл в судьбе каждого офицера, наверное, решающую роль. Точно так же и я смотрел этот фильм несколько раз. И после этого принял решение о том, что я выберу профессию Родину защищать. И хочу быть похожим на тех, на главных героев этого фильма. Николай Викторович своим творчеством, которое он посвятил самой прекрасной профессии среди военных, это профессия военной авиации, своим творчеством, наверное, показал правильный путь не одному летчику. Летчику военной авиации, армейской, транспортной и в целом военной авиации. Его песни сегодня звучат везде. В кабинах самолетов, в машинах, дома, в семье. Его песни поют все. И ветераны, и действующие летчики, и самое главное, дети, члены семьи. А это говорит о том, что эти песни доходят даже до детей. И если ребенок поет эту песню, это уже говорит о том, что это будущий военный летчик. Это значит, будущее нашей авиации жило, живет и будет жить. Николай Викторович, сегодня, находясь на твоем концерте, а концерт не случайно, по случаю твоего дня рождения, я хотел бы от имени общественной организации «Офицеры России» вручить тебе почетную грамоту. Почетной грамотой награждается музыкант, певец, композитор Анисимов Николай Викторович за активную жизненную позицию и значительный вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, развитие музыкальной культуры и популяризацию профессии военного летчика. И пользуясь случаем, Николай Викторович, с днем рождения. Это днем рождения. Спасибо, спасибо. Сегодняшний возраст, это не приговор. Это даже не пик творчества. Это только на взлете. Вот если выражаясь военным языком, ты вырулил на старт и ждешь команды. И прогреваешь двигатель. Поэтому, Николай Викторович, успехов творчески. И чтобы мы еще как минимум лет 40 приходили на твои концерты. Спасибо. Друзья. Я понимаю, что сегодня в зале сидят единомышленники. Я попрошу поднять руки, кто имеет отношение к военной авиации. Все тут. Поднимите, пожалуйста, руки. Поэтому, друзья, я предлагаю за нашего именинника нам выпить пора. Тост за нашего именинника. Гип-гип. Ура! 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 Сергей Анатольевич Липовой, Герой Российской Федерации. День сегодня не задался, вообще задался. Я чуть было не проспался. Разве гудели мы вчера? Зацепил, разбил будильник от любимой подзатыльник. Ну ты, Маша, доброе с утра. С дуру видно, с позаренку. Зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось, он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь в папашу. Точно летчик, без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. Кто-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Да что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти.
отпусти. В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно, и никто не пилит, не орёт. Я бы здесь пожить остался, в жизни людном прописался, но уже четвертый разворот. Обороты чуть убавлю, кранж на выпуск ставлю. Где тук-тук, не слышу под собой. Лампы красным семафором, а мне кричат с панели хором: парень, нынче день совсем не твой. Па-па-па-пам. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы: делай то, не делай это. Шеф добавит ласково: держись. Танцевать я в небе, но с перегрузки в плюс или минус. Знака переменно, все как жизнь. И совсем небережливо самолет я в хвост обгрил. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя убиться, Маша. Мне такого не простит. Маша мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт в руки дать. Вот этот, ты слышал, милый? Помогай мне, что с силы. Хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Прочь, фонарь, мы на глиссаде. Мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе остав. Ты как трактор пронесешься, в ограждение уткнешься, борозду на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая, пожар. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Черт, а командир тут с ними. Растолкает всех, обнимет, что-то намекнет про орденок. Та-та-та-там, парам-папам. Пошутил, небось, про орденок. Начинался день как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дую налегке. Ванька мне доложит бойко, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пики, и меня обнимет Маша, принесет борща и кашу, нам двоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все ж удался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все ж удался. Мы вернулись, я и самолет. И самолет. Спасибо. Я так пытаюсь перемешивать какие-то веселые песни с, может быть, какими-то серьезными. Хотя они все серьезные, в общем-то. Следующая песня. Вот я уже называл моих замечательных друзей, которые здесь сегодня присутствуют. Я про генералов. Геннадий Петрович Кочергин, Анатолий Васильевич Сурцуков, Сергей Анатольевич Липовой. Еще, ну, должны были прийти, но те, которые сегодня еще, ну, не еще, а служат, и так сложились обстоятельства, должны были, но не получилось, потому что, ну, все сложно. Песня, посвященная этим людям. Может быть, здесь, я всегда говорю, это собирательный образ, хотя были и есть люди, которые очень сильно повлияли на эту песню, я потом еще скажу.
жизнь прожить, не поле перейти. Ну а если в небе ты живешь, значит, облаками ты пойдешь, гроз не избегая по пути. Если смог летающим ты стать, крыльями за небо ты держись, ты ему доверил свою жизнь, значит, будь готов ее отдать. Только ж научился ты летать. И во сне, и наяву он носился в синеву, ввысь подняться он всегда мечтал. По кривой или напрямик, жизнь стремительна, как миг, но летать за годы не устал. Генерал. Он всю жизнь по небу прямо шел, легких он путей не выбирал, лёгкий, не паркетный генерал, и надел он кабинетный стол, кабинет иной предпочитал, где он в кресле, но совсем во другом, тоже с ручкой, но не за столом. В бой ходил он нередко, генерал. В этом кабинете он летал. Жизнь она как пилотаж, то вдруг что порту вираж, от судьбы подарков он не ждал. Кто-то скажет, что везло, в небе всем смертям назло, даже где без шансов побеждал. Генерал. Есть крест у генеральских звезд, званием назначен и судьбой, отправлять людей приказом в бой, тех, кого помянут в третий тост. Он и без приказов был готов на задание в вечность улететь. Предпочел бы сам он умереть, чем смотреть в глаза детей и вдов, не найдя до утешения слов. В небе не всегда тем Бог вернуться даст не всем, а мой генерал, конечно, это знал. Не прикроешься никем, шапкой мамашем, нужно оставаться как металл. Нам нет погон, и в пожарище любой войны в небесах все летчики равны, вместе переходят Рубикон. Как в рулетку русскую играл он со смертью, сколько раз не счесть, на земле и в небе свою честь он не уронил, не заморал. Значит, настоящий генерал. В небе или на небе жить, может только Бог решить. Генерал из двух не выбирал, у него один был путь, на котором не свернуть. Не свернул нигде и не упал. Генерал. Генерал. Я очень прошу выйти на эту сцену моего друга, генерал-лейтенанта Анатолия Васильевича Сурсукова. Он один из героев этой песни. Я хотел бы поделиться своими вот впечатлениями от взаимодействия, от творчества Николая.
Мы знакомы с ним 2008 года. Мы еще вместе даже поем иногда. Было такое. Когда впервые в Торжке он исполнил два своих суперхита. Это «Я летчик» и «Я Милохин». Мы с командующим в Павлом Виталий Горчем. Виталий Петрович, помните его, да? Нет. Я приветствую вас. Я тоже. После поговорим. Якши. Не забывайте. Якши Курбаши. Мы были просто распластаны от того мощного посыла, который вот понесся от этого человека и проник в самые глубины души. Я вот сколько с ним знаком, поражаюсь, насколько он глубоко проник в душу авиатора. Он авиатор больше, чем мы все взятые, потому что он внутри, и изнутри это чувствует. Еще я хотел бы сказать, что, Коля, ты самый богатый из авиаторов. У меня все мы есть. Да. Нет, наверное, ни одного авиатора, независимо от ведомства, принадлежности, который бы не знал его, не знаком бы с его творчеством. Я поражаюсь его памяти, помнить каждого. Имя, отчество, биографию, нюансы. И приветливо, то есть дарить частичку своей души. Для каждого находится место там. Я просто поражен этим. Спасибо. Коленька, спасибо тебе большое. Ты в душах наших у каждого глубоко сидишь, навечно и прочно. Спасибо. Дай Бог тебе здоровья, удачи летной, командирской, человеческой. И чтоб ты всегда ощущал длань Господню на своем плече, которая направляет и сопровождает. Хочется пожелать тебе взлета положительных эмоций, полета фантазий, планирования над суетой и жизненными проблемами на тех эшелонах, куда они берутся. И приземление запинано накрытым столом в приятном для души компании. С днем рождения! Я хотел бы сказать, что сегодня, я уже говорил, что у Мика Джаггера день рождения, у меня день рождения. Еще я буду говорить, есть люди, но для меня этот день очень важен тем, что сегодня день рождения моего очень близкого друга, хотел сказать, которого нет с нами, но он с нами. Сегодня исполнилось бы 59 лет Игорю Валентиновичу Ткаченко. Мы соревновались с ним, кто кого поздравит раньше. Чаще получалось у меня, иногда получалось у него. Раньше всех получалось у моей мамы, Царствие Небесное. Вот, она нас поздравляла обоих. Я всегда говорю, Игорь навсегда с нами, он просто где-то летает. Сегодня на концерте Галина, жена его, я не могу ее вдовой назвать, но для меня она вот, ну, мы семьями. Галина, спасибо, что пришла, я всегда рад тебя видеть. Вот. И дело легендарного летчика продолжает его сын, Игорь в квадрате, как я его называю, Игорь Игоревич Ткаченко. Характер у отца был непростой, у этого, дай бог, до генерала дорастет. Летает, как бог, и я думаю, что отец рядом где-то. Песня просто, она вот витязевская. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, но наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, меняя снизу стороны зоны. И
часовые пояса. Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран. Там авиация в обое. Кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан. Не спорят там мусульман. Мы им открутим пилотаж. Сорвем восторг и аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш. Наш Russian crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. Наша жизнь, коль заниматься летным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающим Москвой. И дай Господи заберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Ведь каждый дуб покрышкин Чкалов на помощь к нам не прилетят. Но там на небе не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Жаль, что на земле все за пределом. Там, да-ра-та-та-та. Спасибо.
А я говорил тебе, не выходи на сцену, а то... Дорогие друзья, простите, я просто знаю Николая, я его друг, буду краток и все остальное. Смотри внимание. Мы, ну, я представитель Кубинского центра показа авиационной техники, прослужил там довольно-таки длительное количество времени, и мы гордимся, вот сегодня молодцы, все выступают с одной прекрасной мыслью. Николай наш. Мы тоже сидим сейчас и говорим, да, мы вам подарили нашего Николая. Потому что Николая мы считаем своим, и он это знает. Потому что, ну действительно, его творческие успехи на территории Российской Федерации связаны с чем? С Кубинкой. Поэтому не в том числе. Вот Игорь Валентинович Ткаченко, царство ему небесное, вот он распознал в этом человеке сумасшедший талант. Ты помнишь, как это было, да, Кубин? Я уже повторялся, здесь выступал, не разговаривал, что ключи потеряли от машины, 3 дня искали в Кубинке. И после этого он оказался на российской сцене. Потом появился российский паспорт благодаря этой же Кубинке. Ну, так получилось. Торжку повезло. Потому что они летали на показы на Красную площадь через Кубинку и праздновали свой день части. Где, Коль? Ну вот, и потом они приобрели прекрасного вертолетчика. Они меня контрабандой провели. Контрабандой, да. Но самое интересное, действительно, это говорит о том, что, ну, этот человек часто был у меня в гостях. Я у него ездил, он к моим родителям. То есть мы так вот очень дружно проводили свое время. Никак не могу понять, и никто не может понять, как начальник КЭЧ отдела города Минска может петь песни про авиацию? Ну как? Вот невозможно. Люди... Это военная тайна? Конечно. Понял, все. Когда мы решили передать... Я почему вышел на сцену? Потому что я понимаю, что все хотят выступить, все хотят сказать самые добрые и ласковые слова в адрес этого великого, я считаю, человека. Потому что действительно, поднять с земли, потому что вроде бы слова, работа, вот она везде. А спой... Собери это все так, и чтобы это возвысить, и чтобы люди правильно шли в армию, со слов Николая Анисимова, то есть принимая значимость, ответственность и все остальное. И когда он ставил слова одного великого, я считаю, человека, героя Российской Федерации, Мельникова Сергея Николаевича, только вам можно сказать, сейчас разрешите, говорю, практически автор, который брал у него интервью, сейчас он скажет слова, которые... Я не буду говорить, это... Ну, они на диске есть. А кто слышал, поднимите руку, кто слышал его слова? Молодцы, мужики. После этих слов, да? Я не могу сказать полностью слова правильно, но самое главное только одно. Если вы хотите зарабатывать деньги на земле, идите в коммерцию. Если вы хотите получать от жизни все, что вы хотите, самое лучшее, и то, что на земле бывает дождь, как сегодня в Москве, да, идет дождь, а вы садитесь в летательный аппарат, пробиваете облака, выходит туда, а там, как ни странно, он сказал, да, ну фразу, всегда солнце. Там всегда солнце, и погода никогда не бывает. Абсолютно правильно. Ну, ты, ну что ты не хочешь? Вот. Это абсолютно правильные слова. И отталкиваясь от этих слов, от того комментария, который Николай мне выбрал, вот реально на душе становится, то есть по-другому сказать невозможно. Авиация это просто, ну как мужики любят женщин, так она и авиация женского рода. То есть любят небо, потому что без неба мужики никуда. Вот, поэтому все, кто хочет быть настоящим мужчиной, обязательно в небо, это раз. Потом хочу сейчас Кубинке позвонили 3 отчаянных командира. Начальник центра позвонил, он не смог прибыть. По причине, что не готовится в очередную командировку. Не в ту далекую страну, про которую Николай сейчас пел песню. Наверное, пока еще говорить нельзя. Но, в общем, на новую землю не летят. Задачу не буду говорить, какую потом расскажем. Когда выполнит задачу. Задача сумасшедшая. Вот. Вот. И они передают Николаю самые дружественные... Слова добрые, это Щеглов Сергей, русский витязь и командир, и Кузнецов Денис, тебе, брат. Так что не забывай Кубинку, мы тебя любим. Пока полковник Сергей Валерьевич Соков, голос которого каждый Макс слышал в комментариях, иди. Еще один прикол такой вот, по жизни одному офицеру, он знает кому. Не понравилась его гитара. Вот с первого дня, только сделали гитару, мастер там все сделал. Мы сейчас Кубинка под Липецким центром находится. Но все равно есть что-то. Галь, ты правильно смеялась, молодец. Мы их любим, но есть что-то. Вот. И тут раз один офицер. Как?
Липецкие самолеты на нашей кубинской гитаре. Ну, в общем, высказали ему пару, и началось. Гитара уехала в электричке. Коль, было такое? Как мы ее искали? Всей страной. Гитара уехала, в Можайске была. Уехала в Москву там. Ну, в общем, долго рассказывал. Совсем недавно он меня провожал на заслуженный дембель с этой же гитарой. Ей купили отдельный билет в самолете. Что с ней, Коль, произошло? Скажи сам. Я сейчас буду рассказывать историю, боюсь, что он вернется опять. Просто вот следующая песня. Если бы Сергей Валерьевич в Сирии был именно в той командировке, мы с ним там встречались, потому что оба были там неоднократно, но именно тогда, когда все произошло, к сожалению, его не было, потому что при нем такая ситуация была бы исключена. Но зато не было его там в это время, зато появилась песня. Обратно пишу вам, любезная Екатерина Матвеевна, поскольку выдалась свободная минута, и разнежился я на горячем солнышке, будто наш Подвайска на заваленке. Сидим на песочке возле самого синего моря, ни в чем беспокойства не испытываем. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело. Еще хочу сообщить вам, дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идем себе по пескам, ни о чем таком не вздыхаем. Так что и вам зазря убиваться не советуем. Напрасное это занятие. Привет, моя любовь, родная Маша. Сижу в роскошной кимбе у оконца, и как товарищ Сухов в белом солнце пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Здесь точно солнце белое пустыни. Живем спокойно, иногда летаем, а так все загораем, отдыхаем. Здесь апельсины вкусные и дыни, и солнце Маша белое в пустыне. Лагерь пионерский, распорядок, кино, концерты, всякие артисты. Спокойно здесь, уютно все, чисто. Полиция следит, чтоб был порядок. Вот лишь война не грызется распорядок. На женщин я не хоть обозваться. Медсестры Маша могут здесь пороже. Отряд их медицинский огорожен, и те же не обманывают, братцы. Забор такой, что к ним не подобраться. Па-па-па-пам-пам-пам-парам-па-па-па. Не подобраться к ним никак. Здесь не устроить ужин со свечами. Шалят у нас тут Маша, бурмали. И так не спим, а эти, блин, злодеи игрушки запускают к нам ночами со всякими опасными вещами. Жаль, ночью поднимают, вот и досада. Когда кому-то станет слишком жарко, тогда нам срочно грузятся подарки, а мы их разгружаем там, где надо. За это где-то раздают награды. Награды где-то выше ожиданий. Они для тех, кто на день прилетает. Построят, пошумят, повоспитают, и дырочку на грудь без колебаний. А мы привозим дырочки с заданий. У нас вчера здесь был концерт в ангаре. Анисимов нам пел про нас немало. Мужик прикольный, только в плен попал он. Полиция здесь, как всегда, в ударе.
нашли там у него коньяк в Китае. Па-па-пам-пам-пам, та-ра-па-па-па, а у меня бы не нашли. Артисты где-то заперли поспешно, нам указали место по секрету. Стояли насмерть красные береты, но был певец освобожден, конечно. Прошла вся операция успешно. Потом разборки, словно мы из НАТО, по полной все по шапке получили. Но главное, артиста мы отбили, значит, он еще споет когда-то. Ну а пока нам бы надо лететь куда-то. Одну в команду дать войне, отставить, налить борща и выпить чарку водки, и на закуску их с лучком селедки, и песенку про летчика поставить. Мне это, Маша, сложно и представить. Привет, моя любовь, родная Маша. Сижу в роскошной кимбе у оконца, и как товарищ Сухов в белом солнце пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Сергей Антишин. Буквально полслова. Кстати, да, Сергей Антишин, вот, между прочим, да, говорит, часто ходим на Николая. Это, ну, Николая лицо, а Сергей это руки, ну, весь руки. Это руки, да, потому что, говорю, вы вдвоем молодцы. Сергей. Спасибо, спасибо, спасибо. Заслуженный артист Республики Беларусь Сергей Егорович Антишин. Еще про него говорят, Антишин многопалый. Дорогие друзья. Провода? Ну ничего, меня главное не дергало, потому что я, видимо, диэлектрик. Вот. Дорогие друзья, ну видите, что происходит в Николаеве? Нет, полслова. Коль, ты сейчас концерт свой немножко поставишь по другому сценарию, поэтому ты не знаешь, здесь была яркая вот эта панорама, ты ничего не видел. На нашем мероприятии, дорогие друзья, присутствует одна, я считаю, очень великая дама, которая имеет отношение к авиации. Фамилия ее Светлана Копачева. 41 раз она становилась чемпионкой мира по самолетному спорту. И 7 раз среди мужиков, в том числе, абсолютно чемпионкой. Светочка, где-то наша зайка. Вот она идет, наша зайка. Красавица, комсомолка. По профессии фармацевт. Встречайте. Очень, понимаешь, очень-очень-очень-очень любим. Поэтому вот это вот сердечко, не только от меня, я так думаю, от всех нас. А ты так много летаешь, так удобно будет. А я только хотел сказать, я только хотел сказать, что когда мы с ней летали, я вжимался головой в спинку, а вот чего мне не хватало. Ну, вот после Сокола, конечно, да, я рада. Ну, я обещаю, что мы его больше не выпустим. Так, держите. И концерт продолжался, да? Здоровья, творческих успехов, здоровья твоей семье. И радуй нас дальше своими песнями. Конечно, очень шикарный здесь зал, но, похоже, его становится мало. Чувствую прям, вот хозяева будут на тебя обижаться, но куда-то придется перебираться. Полюбись! Он же вот настоящий летчик, он слетал на пилотаж по полной программе. Не каждому дано ощутить то, что он ощутил. Но я почему-то всегда думала, что он действительно пилот. И поэтому мы с ним взлетели и сразу раз в обратный, и над полосой. А повезло, полоса длинная была, перед. И мы
повезло. Да, он считал. Плиты считал. Так что это действительно было здорово. Об одном жалею. Не было камеры в тот момент. Но до сих пор, садясь в самолет в переднюю кабину, как инструктор, вот это вот ноу-смокинг вызывает приятную улыбку. Семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Владимировна Кабанина! Ну, не могу еще одно слово. Я рада быть сегодня с вами. Я мечтала о встрече с вами, Николай, очень-очень давно. Вы сочетаете небо и культуру. Я наоборот. Художественный руководитель ЭКС с приставочкой Дома космонавтов Звездного городка. Поэтому летчики-космонавты передают вам тоже привет. Спасибо. И поздравления. Спасибо. И продолжение темы. Я была бы очень рада, если бы вы приехали в Звездный городок. Один раз был. Я помню, я не застала это, я пришла чуть позже. А сейчас я буду работать в доме, во дворце культуры имени Чкалова. Чкаловский аэродром. Ждем вас. Спасибо. Спасибо. Звонил мне сегодня Леша Овчинин, поздравлял. Да, знаю, вот. Я уже как-то сегодня с одним другом разговаривал, говорю, вот меня сейчас уже как-то, ну просто приятно, не удивляет. А когда-то помню, когда Олег Новицкий первый раз позвонил из космоса, а я тогда не знал, это был 17-й или 16-й год, что оттуда можно позвонить. У меня мобильник, он, здорово, мы тебя тут поздравляем. Я говорю, никто. Олег Новицкий. Я говорю, так ты же летаешь, так я оттуда и звоню. Вот. Сегодня вот я говорю, Леша Овчинин звонил, говорит, так, в следующем году ты со мной на Байконур едешь и провожаешь меня. Как это называется в Америке? Национальное аэрокосмическое агентство, НАСА. Да, вообще, National Aeronautics Space Administration. Дословно расшифровывается Национальное управление по аэронавтике и изучению космического пространства. Я к чему это? Нет, это просто вчера мне в интернете приходит. Вы знаете, говорит, что такое НАСА? Я говорю, ну, конечно, знаю. Нет, вы не знаете. НАСА — это Николай Анисимов и Сергей Антишин. Ты понял, Серега? Теперь нам придется эту аббревиатуру с тобой найти. Я уже говорил, про всякие дни рождения буду говорить. Вчера день рождения был у одного моего друга, ему 50 лет исполнилось. Это тоже русский витязь, бывших не бывает. Александр Богдан, сейчас летает в гражданской авиации, в авиакомпании Red Wings. Вот у нас так дни рождения вот вблизи, я ему звоню. Я к чему? Я это к следующей песне, которую я называю всегда песенка про подполковников. В том числе он был одним из инициаторов, потому что он подполковник в запасе, и их там очень много летают на этих гражданских самолетах. Мы не спеша на эшелоне идем по спинам облаков, а в комфортабельном салоне, устав от северных ветров, три роты личного состава летят гудеть на жаркий юг, ведут себя не по уставу. К бортпроводницам пристают. Мой командир отложит книжку и чертыхнется, что устал. Мне скажет, не Михалыч слишком. Забудьте к черту ваш устав, ведь вы теперь гражданский летчик, промолвит с искоркой в глазах. Да, был истребитель, стал извозчик, зато как прежде в небесах. Покролесить бы над точкой, жаль, за спиной сидит народ. И ножку дай-то сделать бочку. Ой, здесь все наоборот. Не перехват
а перевозка не на Кавказ, а в Таиланд. И на вагонах три полоски был подполковник, стал сержант. Циклон несется нам навстречу, знать, потрясет кораблик наш. И пассажиров, как овечек, пасет кабинный экипаж. Как обмануть метеосводку, поесть, попить, как вариант. Нам кофейку нальет красотка. Ух, жаль, что я не лейтенант. Чтоб мы безропотно летали, дают нам пряник или кнур. Как там у Маркса в «Капитале»? Эксплуатируют наш труд. Усталость лишь в сухом остатке, порой Савченко небосклон. Зато нередко на посадке нам аплодирует салон. Идем по спинам облаков, а в комфортабельном салоне летят копченые с югов. Три роты личного состава из дьюти-фри напитки пьют, ведут себя не по уставу. Стюардессам представят. Ну, за гражданскую авиацию придется отдуться. Уважаемый генерал Ипполович назвал почти все виды авиации. Нас немножко не упоминал. Ну, простим его за это. Здесь вижу лица людей, которых встречал в штурманских комнатах гражданской авиации. Ну, как правило, уже было сказано, да, эти люди все-таки с фронта военного, как говорится, да, из военных училищ, прослужившие многие годы военной авиации и пришедшие в гражданскую авиацию и прекрасно представляющие этот вид авиации в рядах гражданской авиации. А этот подарок Николаю я делал на песню «Небо запомнено с неба», да, о летчиках-штурмовиках. Эта песня меня сразу поразила, она меня как под дых ударила. Дело в том, что моим соседом по даче в Перми был военный летчик, который прошел всю войну летчиком-инструктором на Ил-2. И понятное дело, что он честный и боевой офицер. И он постоянно, почти каждый месяц подавал заявление на фронт. И так делали многие-многие сотни военных летчиков-инструкторов, да, о которых очень-очень мало упоминается. Его выпускники – герои Советского Союза, дважды герои Советского Союза. Он прошел славный боевой путь, но он говорит, на сердце вот эта боль его осталась, что он ни одного снаряда, ни одного патрона не пустил по врагу. Пустил. Я ему об этом всегда говорил. И вот когда я поступил в аэроклуб, мы встречались на даче, и он меня говорил, я жду того момента, когда ты откажешься. Так как, придя в аэроклуб, маленький мальчик, девочка понимают, что, может быть, это и не надо. Может быть, это не его. Вот он ждал этого момента и не дождался. Так он ушел из жизни, и царство ему небесное, и почет и слава.
Вот, вот этот подарок Николаю от меня, от души, от сердца и от всех нас. Поздравим всех нас и Николая за то, что он у нас есть. Ну и мы. Спасибо. Харьковское элитарное училище, 92-й год. Сегодня книжку мне дали. Блин, это не дарили, я тебе давал эти. Спасибо. Там есть интересные слова. Я гражданский летчик, 50 лет. Я заканчивал вот Red Wings, которую компанию назвал, я в ней заканчивал на Ту-204. 20 тысяч часов без аварийного налета. Я гражданский. Я про летчиков расскажу про все. Пьяный летчик – создание чудное. Излучая безумную нежность, приставать будет к женщинам нудно, невзирая на возраст и внешность. До оргазма словами щекоча, усыпляя девчоночью бдительность, ведь не может и даже не хочет, а как просит стерлец убедительно. Если ты мне еще дашь две минутки, я сейчас, ребята, так помогу. А вот этот, который полный товарищ, он мне может помочь. Вот взмах рукой и говорите, не надо втягивать живот. Вот все мужчины могут так говорить. Про всех. Как хорошо с женою в санатории. Известно все, что будет наперед. В сачах и сентуках и в Евпатории. Нигде! Не надо втягивать живот! Когда идешь по чистой тихой улице, на свече королей, что плывет. А я иду с курицей, и с ней не надо втягивать живот. Как хорошо, что рядом моя лапушка, теплю ее уже который год. Явился по уши и сделал ее бабушкой, и с ней не надо втягивать живот. А вечером, уставшие от лечения, на разных коечках ложимся крепко спать. Искать не надо, на задницу не надо приключений, бежать на танцы к чужим теткам приставать. Александр Макогон. Но если мы уже начали не анисимовские стихи и песни, то вот следующая песня, она нам с Сергеем нравится очень. Это Дмитрий Угольников. Особенно танцы. Как я ее сокращаю, ГПТ, гимн пилотов алюминиевой трубы, Дмитрий Угольников. Красавец лайнер наш стремительно взлетает, раскрашен так, что радуется глаз. Нас техник вдаль тревожным взглядом провожает, ведь мы висим на льдине сейчас. Внутри раскрашенной трубы из алюминия чуть в небе синим я, куда спроси меня, кто приклепал трубе надежный хвост и крылья? Мы в полете благодарны за труды. Пилоты строго за полетом наблюдают, на стрелки смотрят, словно видят в первый раз. И никогда штурвал из рук не выпускают, ведь мы висим на алюминии сейчас. Внутри раскрашенной трубы из алюминия чуть в небе синим я, куда спроси меня, кто приклепал трубе надежный хвост и крылья. Мы им в полете благодарны за труды. Летим, а штурман постоянно курс меняет, а удивляется потом сильнее нас, когда диспетчер нам по буквам прочитает название точки, над которой мы сейчас. Внутри раскрашенной трубы из алюминия чуть в небе синим я, куда спроси меня, кто приклепал трубе надежный хвост и крылья. Мы им в полете благодарны за труды. А стюардессы пассажирам наливают
поменьше эконома, больше до бизнес-класс. И после этого там вряд ли я понимаю, что мы висим на Армине сейчас. Но три раскрашены трубы из алюминия, чуть в небе синим я. Куда спроси меня, кто прикрепал к трубе надежный хвост и крылья? Мы в полете благодарны за труды. Один механик что-то тихо напевает. Механик наш не зря имеет первый класс. В любом полете наш механик точно знает. Осталось сколько алюминия у нас. Внутри раскрашены трубы из алюминия. Чуть в небе синим я. Куда спроси меня, кто прикрепал трубе надежный хвост и крылья? Мы в полете благодарны за труды. Летать в раскрашенной трубе из алюминия — моя профессия. Труба, неси меня, нам на посадке не помять бы хвост и крылья. Тогда, быть может, нам заплатят за труды. Владельцы алюминиевой трубы. Сергей Антишин. Ну, перед антрактом традиционная песня, которая нам тоже с Сергеем очень сильно нравится. Я все время отвлекаюсь, когда он играет, и всегда думаю, как бы мне не сбиться, потому что я слушаю, и мне это просто да. Воздуха мы сам расплавляем, обратились на чудеса. Под завеску я заправлен и подвешен все средства. Видно птиц северена воет, опустили капониры. Пахнет в воздухе войною, значит миру не до мира. Миру явно не до мира. Мечи, видимо, до ночи. Тем тяжело не боячись. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Пули, как большие лица, не нашли для мира повод, не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне. Время чья-то всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах. Где-то в небесах. Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Жили керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятельно, мне сейчас не до капризов. Включен главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Нам послед огнем и громом огрызается поверхность. Контингент там не промах, повышает нашу смертность. И в картине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом. Как на рваных парусах.
жизнь, наши судьбы на весах. Где там небеса? Живого не убито, хоть по мне влупили точно. Я рядом тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как и на мине, велика цена задержки. Но причем к плечу в кабине держат ручки, а не держат. Не хватается задержки. Как хочу я в эскадрилью, даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меня стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты не по вине, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где там небеса? Где-то в небесах. Где-то в небесах.